ребят, по сложившейся уже традиции, жду дочь, которая гуляет на горках, забрала заказ. В 5-м каталоге первый свой заказ, будет еще второй. И проведу вам экскурс, потому что там у меня в коробочке находится. Итак, моя коробочка по вот свежая 10.04 по 5-му каталогу. Открываем, заглядываем, что у нас так, накладная. Погнали. Начну с того, что мне срочно нужно отдать. Вот крем-мыло жидкое, 250 миллилитров. Это вот заказали мне срочным образом. Потом срочным образом, да, вот это вот заказали. Это крем для удаления волос на лице. Очень хорошо помогает. Свекровь вот пользуется, как бы усики свои убирает. И еще один момент. Крем для сухой и очень сухой кожи. Пахнет вообще шикарно. Реально как какао, но я бы сказала какао с молоком. Вот так. Отдаю это и погнала дальше рассказывать. Так, значит, себе взяла роликовый массажер для тела. В основном, типа, как антицеллюлитный идет. Мне нравится, у меня у всех уже родственников есть, у меня одной нету, елки-палки. Уже буду вам в действии показывать с антицеллюлитным кремом. Так, дальше. Дочери взяла крем-гель для душа «Сокровища Африки». Очень нежный запах, ваниль и жасмин с экстрактом масла ши. Очень нежный, ей нравится прям. Еще один крем-гель для душа, но его уже заказали мне. Апельсин и персик с витаминным комплексом. Блин, его съесть хочется. Запах реально фруктовый, прям вот апельсиново-персиковый. Еще один гель-шампунь, 2 в 1 для мужчин. Мята и морская свежесть. Запах свежий, свежестью, вот реально свежестью. Здесь 700 миллилитров идет. Ну, ребята, влюбилась я, влюбились и мои клиенты. Тушь, эффект накладных ресниц, о ней я вам рассказывала, когда и показывала ближе, когда снимала обзор косметички своей. Послушайте. Сейчас ее открывать не буду, как бы заказали. У меня мама бедная на точилку для карандашей. Ну, блин, решила маме взять ее. Потому что у меня есть, я вам тоже в косметичке ее показывала. У мамы нету. Вот она небольшая такая, запакованная хорошо. Так, дальше. Вот этот запах я показывала, когда исследовала свою ванную комнату у родителей. Отец его очень любит этот запах. Он дешевый, но все спрашивают, что это за запах. Очень стойкий. Я о нем сниму в скором будущем видео. Давайте, наверное, посмотрим, что в нем содержится. Значит, с древесными нотами, свежим бергамотом и теплыми специями. Очень хороший запах, я вам говорю, необычный. Многие сейчас очень ценят и любят бренд Марк, поэтому переходят на именно этот бренд. Вот тональный крем. Да что такое? Этот тональный крем с корректирующим эффектом SPF 20. Многим пришелся по душе, моим клиентам, потому что он невесомый, больше питает, нежели там как бы тональный. Ну, он, конечно, тональный, то, что нужно под цвет, подбирается все, вот, но он такой невесомый и реально питает. Вот всем рекомендую, реально от души. Я же говорю, кто попробовал Марк, они вот все потихонечку переходят на него. И еще один Марк, это помада. Сейчас покажу цвет ее.
одной рукой, однако, неудобно. Это вот мне тоже заказали. Нюд. Видите? Цвет нюд. Переходи на нюд. Хэштег. Ищите всех нас по хэштегу «Переходи на нюд». Очень здорово. Я вам показала с эффектом накладных ресниц. Тоже же Марк. Поэтому вот так. Ребята, ну и по многочисленным просьбам, Марк, еще одно средство, но это я уже себе заказала. Это для бровей. Многие увидели, когда у меня накрашены брови, сравнили и сказали: Юля, ну укрась брови, как бы вроде бы ничего тебе. Вот я себе решила взять скульптор для бровей. Смотрите, сейчас, подождите, найду белый тон, покажу вам. Вот видите в каталоге, да, карандаш-скульптор для бровей. Создай форму брови с помощью скульптурирующего карандаша и прорисуй суперчеткие линии благодаря скошенному кончику. Я думаю, очень будет удобно. Я взяла себе темно-коричневый. Ой, нет, брешу, коричневый. Светло-коричневый, темно. Да, я себе коричневый просто взяла. Смотрите, сколько его много здесь. Выкручивающийся карандаш. Здорово. Смотрите, сколько. Взяла бетон, как и обещала. Вот. Давайте я нарисую чуть-чуть, чтобы вы видели, да? Похож? Похож, коричневый обычный. Вот, вот так. Буду рисовать. Никогда не рисовала брови себе. А это как-то нарисовала в прямом эфире. Увидели, спрашивали и сказали, что так, в принципе, ничего неплохо. Так, сейчас выделять очень модно брови. Ну ладно, будем в тренде. Вот здесь вот бижутерия. Мне нравится упаковка, когда упаковывают бижутерию. Вот, в принципе, всю бижутерию упаковывают именно в такие упаковки. Они могут быть больше, могут быть немножко, ну, меньше, по-моему, нету их уже, больше, могут быть немножко другого цвета, потому что линия благотворительности вместе против рака груди, вот там у них идет другая немножко упаковка, она белая с розовой ленточкой. А вот эта брошь дочери заказала. Смотрите, какая оригинальная балерина. И вот когда она будет идти, смотрите, танцующая балерина. Классно? И в школу классно, я думаю, будет. Вот так вот. Брошка. У меня еще каталог будущий. Не тот, который вот начнется, а через него. С 7 мая уже этот каталог идет. И к нему... Нет, это с 6 каталога Outlet. Это скидки у нас в таких вот брошюрках. Скидочки представлены на разнообразные товары. Вот. И очень много у меня пробничков я себе заказывала. Выложила пробнички. Мне заказала, пришли вот здесь вот вся коллекция Марк «Взрыв цвета», «Эпиклип». Вот здесь вот эта часть вся. Я ее, как хотите, могу на губах вам каждому показать, каждый из них. Смотрите, какие темные и светлые. Как хотите, покажу. А здесь Avon True коллекция. Небольшая коллекция, вот она вся здесь, ну тоже все. Вот. А вот 5 пробничков парфюмерной воды мужской здесь у меня. Ну, это я заказала себе для акции и для того, чтобы люди у меня пробовали. И новые каталоги. А вот здесь, кстати, у нас несколько в этом каталоге в будущем новых парфюмов. Сейчас расскажу. На. Так пахнет тайна. Потрём и почувствую.
И этот запах у нас новый, заходит в 6-м каталоге 2019 года. Цветочный аромат. Черная орхидея, золотая гордения, горько-сладкий апельсин. Ну а если же вы, точно так же как и я, хотите приобретать продукцию, баловать себя, продавать ее, баловать своих клиентов, находить клиентов и работать с продуктовой компанией, прошу написать мне в личку, я расскажу подробности, как это сделать, причем регистрация будет для вас полностью бесплатная, и вы получите подарок со следующим заказом. Замечу тот факт, что мне нравится продавать продукты, которые пользуются общим спросом и покупаются в любом случае каждому из нас человеком. Поэтому почему же на этом бы не заработать? А наш бренд любят и уважают многие. А коллаборации и новые сотрудничества каждый раз происходят, и мы не стоим на месте. Не забывай подписаться на канал и оставлять свои комментарии. Но если тебе понравилось мое видео, ставь лайк, если нет, то дизлайк.